Коничиба, мои хорошие друзья. Я в ресторане Кабуки. Сейчас буду пробовать вагю. Вагю — это в переводе, оказывается, с японского — это корова. Это говядина. Потому что я думал, вагю — это какое-то название. Это просто корова по-японски. Тех, которые, за которыми ухаживают идеально, как... Ну, как за ребенком, ну, нельзя, как пример, как за ребенком. В общем, ухаживать за ними, лучшие травы, лучшие луга. Чтобы мне от рождения до самой, как бы сказать, забоя, чтобы она ни одного стресса не испытывала. Ей делают массаж, ей делают это, музыку. Она, ну, короче, она живет как в раю, можно сказать. Учился, кстати, в Париже. Один меня, кстати, узбекский человек учил лет 20-30 назад. Он первый, как бы сказать, первый начинал есть японскую еду. Вы его все знаете, не буду называть его фамилию, сейчас он очень скромный человек. Раньше он был очень популярный, известный на весь мир. Мой брат уже съел, уже проглотил, даже не успел, пока рассказывал эту историю, вспомнил про парижские наши с ним приключения. Вот это соус, да? А что там за соус, кстати? Давайте сейчас я буду пробовать теперь, смотрите. Как тебе? Да. Нежнейшее. Реально глотать не надо, как вот он проглотил. Нужно разжевывать. Каждую чувствовать каждую жилку, каждую прожилку. И получать удовольствие. Реально глотать это ни в коем случае не надо.